Так, мы в городе Хартленд. Это самый длинный в мире закрытый мост. Крытый мост. Самый длинный в мире крытый мост. Сейчас мы поедем по самому длинному в мире крытому мосту. Это вообще, конечно, что-то он такой не сильно уже длинный, но самый длинный в мире. Это, я сказала, нет, что это город Хартленд. Такой совсем маленький. Здесь производят чипсы. И вот мы едем в крытый мост. Longest covered bridge in the world. Вау! Вау-вау-вау! Красота-то какая! Неописуемо. Прикольно, это он, походу, деревянный весь. Да. Ух ты! Деревянный мост. Мы выехали в наше путешествие. Вот тут еще и ходить можно, оказывается. Можно и ходить, и ехать. А мы едем уже. А куда же мы едем? В город Бархуст, да? Бархуст. Ну, мы едем сначала в Грэндфулл, но вообще мы остановимся в городе Бархуст. Поедем там в Акадиан Виллэдж, на океан. Мирамиши, короче, у нас 3 выходных. Canadian скоро. Завтра Day, Canadian Day. Ой, Canada Day. Вон многие домики повывешивали флажки. Такие нарядные. Вот и весь, наверное, город. Там был центр, короче, мы из даунтауна выехали. Сейчас поедем еще раз прокатимся по самому длинному мосту. О, вот какой это городок. Такой вид сверху. Вон там получается их главная улица, наверное, даунтаун. С той стороны, не с этой. Вот, и здесь получается... А что здесь ждут? Машины. А, то есть надо смотреть, чтобы никто не ехал во встречу. Машина едет. Да ладно. Где? Просто думала, что надо бы тебе остановиться. Смотри, весь. А, тут еще этот, где мост? По нему можно ехать? Сейчас поедем по этому мосту. Ну, нам уже вот такой вот городок. Совсем маленький, как и тот там, где с этим, с топором, по-моему, да? Тоже такой малехонький. Но зато с самым большим в мире мостом крытым.